Всем привет, меня зовут Владимир Горецкий, франчайзи Додо Пицца в Смоленске. Я вообще сам с крайнего-крайнего севера, из города Новый Уренгой, и переехал в Смоленск учиться в институте. Вот. И как бы, после института, причем в незнакомом городе, по сути, для меня, я пошел работать на Смоленскую чулочную фабрику. Вот. Но любая работа в большой компании, это, в общем, сложная история, на мой взгляд, работа менеджера. Это не для меня. Вот. Всегда хотелось какой-то свободы и самореализации. Поэтому я решил связать свою жизнь с бизнесом. Я, на самом деле, с детства еще хотел быть предпринимателем. И в 6 классе я говорил, что когда я вырасту, у меня будут классные машины, много денег и так далее. Я почему-то связывал в детстве это с бизнесом. Вот. Ну, наверное, тогда еще хотелось какой-то свободы. Свободы действий, там, передвижения и так далее. Хотел этого с детства. Вот. На самом деле, переломной точкой было то, что я прочитал две книжки. Это книга «Теряя невинность» Ричард Брэнсон, это про миллиардера британского, и «Доставляя счастье» Тони Шея. Вот. Вот. В первой книжке я понял, что нет ничего невозможного, и можно делать бизнес, не имея денег, опыта и связей. А во второй книжке я понял, что любой бизнес должен делать мир лучше. Вот. И именно поэтому я, в общем, занялся пиццебизнесом. Мы начинали не как Додо Пицца, вот, а потом Федор Овчинников, основатель компании Додо Пицца, читаемый блог, предложил мне влиться в компанию Додо. Вот. Меня предложение очень заинтересовало, потому что за основу своего бизнеса, пиццебизнеса, я брал модель Додо Пиццы изначально, мне это было очень близко, вот, и предложение Федора мне понравилось, и вот так мы стали работать в Додо Пицце, потому что мне кажется, что вместе мы можем сделать больше, чем по отдельности. Вот поэтому я и стал франчайзи Додо Пиццы. Потому что мы делаем мир лучше.